Современное общество стоит перед выбором: либо сохранить существующее потребительское отношение к природе и неминуемо привести планету к экологической катастрофе, либо сберечь биосферу, пригодную для жизни, а значит, коренным образом изменить свое мировоззрение, пересмотреть отношение к материальным и духовным ценностям и сформировать экологическую культуру. Экология начинается с нас. Передай другому. Мы жирновцы, и мы гордимся, что посчастливило нам здесь родиться. Нет края Жирновского лучше и краше. Любим мы родину малую нашу. Холмы и болота, реки, леса слышат наши сейчас голоса. Строки простые я всем посвящаю, родину нашу оберегаю. Если машину у речки ты моешь, если в ручей выливаешь ведро, не сомневайся, ты слабое звено. Если бумажку поднять поленился и за окурком не наклонился, если фольгу ты бросаешь в окно, не сомневайся, ты слабое звено. Если ты платье бросаешь в траву, если ты мусор бросаешь в песок, если живое под шинами будешь, значит родную природу не любишь. Если в субботу не вышел во двор, если площадку ты не подмел, не посадил, не полил, не убрал, значит ведешь себя как в оригинал. Остановись и подумай немного, куда приведет нас такая дорога. Просто понятен наш краткий рассказ. Остановитесь, люди! Не превращайте свое село в мусорный бак. Хорошо. Это так просто! Утилизируй батарейки в специализированных местах. Передай другому. Замени пластик на экоматериал. Передай другому. Мой автомобиль только на мойке. Передай другому. Вместе сделаем село чище. Это так просто. Передай другому. Скажи всем. Мы сильное звено. Желаю тебе, земля моя. Желаю тебе, земля моя. Высокого неба. Счастья желаю.